19 августа на перекрестке улиц Есенина и Горького произошла авария с участием мотоцикла. Водитель двухколесного транспорта решил проскочить на красный сигнал светофора, но набранная скорость, к сожалению, не позволила ему вовремя затормозить. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир также получил травмы и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Водитель автомобиля УАЗ не пострадал. А сегодня, буквально несколько часов назад, недалеко от поселка Агропустынь, произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Четверо мужчин на автомобиле «Лада Калина» двигались в сторону Рязани. Водитель не справился с управлением, в результате чего на большой скорости автомобиль улетел в кювет. В автомобиле транспортного средства, кроме водителя, находилось еще три пассажира. Все взрослые мужчины. Двое из них получили серьезные травмы и с места дорожной аварии были госпитализированы в больницу. Пассажир, 48-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье, получил смертельные травмы и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Автовладельцам, говорят дорожные инспекторы, следует твердо усвоить простые истины. Ни один среднестатистический водитель не имеет права назвать себя асом. Это во-первых. А во-вторых, транспортное средство – лишь железка со сложным механизмом, который может отказать в любой момент. Не гоняйте, не лихачьте, не подвергайте опасности жизни невинных людей. Всех нас дома ждут родные.